Кызылординские спасатели перешли на усиленный режим работы. Это связано с тем, что в регионе возросло количество пожаров. С начала года зарегистрировано 284 случая. Это больше на 14%, чем за аналогичный период прошлого года. Не считая возгораний в жилых домах и коммерческих помещениях, сгорели 173 автомобиля. В огне погибли 3 человека. Еще одна проблема – случаи выпадения детей из окон многоэтажек. С начала года из-за недосмотра родителей пострадали 12 несовершеннолетних. Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели проводят подомовой обход и проводят разъяснительную работу. Большинство возгораний приходится на частный сектор. Основная причина – несоблюдение требований пожарной безопасности. Еще одна актуальная проблема – смерть людей на водоемах. В этом году утонули 27 человек, в том числе 8 детей. Мы систематически проводим рейды.